Глава региона Сергей Носов провел заседание правительства Магаданской области. Обсудили планы на 2021 и реализацию текущих значимых задач. 4 затонувших судна в бухте Нагаева поднимут со дна уже в этом году. Начнут с тех, которые видны на поверхности моря. Затем по очереди уберут ржавые каркасы кораблей с побережья. Кроме того, обсудили вопрос плоских и субсидированных тарифов на полеты из Магадана в Москву. Сергей Носов обратил внимание на даты перелетов. Необходимо уточнить, когда калмычане собираются лететь в отпуск. Больше всего. От этого отталкиваться и с количеством средств, выделяемых на авиабилеты. Сейчас, по словам главы региона, основополагающей задачей является необходимость наладить контакт с авиакомпаниями Аэрофлот и Россия. Надо системно и внятно разговаривать с Аэрофлотом или с компанией России. Значит, и по вопросам того, что субсидированных билетов должно быть не 30%, а 45% при вылете. Это в мае-июнь. И наоборот, август-сентябрь. В целом общий объем, значит, известен. И надо понимать, сколько денег израсходовано, сколько не хватает. Кроме того, поговорили о внешнем виде города. Праздники прошли, и мусорные площадки заполнились. По словам чиновников, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство, мусор по большей части копится крупногабаритный, а специальных площадок под него в городе не хватает. В соответствии с региональным порядком, накопление крупногабаритного мусора должно производиться на специальных площадках для крупногабарита или в бункерах, что у нас на сегодняшний день не организовано собственником площадок или организовано в очень, ну будем говорить, в недостаточном количестве. Всего 14 площадок у нас из 400. Это под крупногабаритный мусор. Другими словами, при том, что баки с ТКО, с твердокоммунальными отходами, с обычными отходами твердокоммунальными в городе убираются на регулярной основе, однако сами площадки под КГО у нас завалены крупногабаритным мусором, отчего город приобретает в общем неухоженный вид. Из-за сложностей со скопившимся мусором региональный оператор увеличил количество работающей спецтехники. Далее будут решать вопрос об обустройстве мусорных площадок под размещение крупногабаритных отходов. Также в регионе планируют обновить котельные. Проект по переоборудованию включает в себя смену топлива. Тепловые станции на угле и мазуте требуется заменить на газ. Это позволит сэкономить на закупках топлива и снизит вред выбрасываемых отходов. Цена на 92-й бензин поднимется на 1 рубль 50 копеек. Связано это с подъемом мировых цен на нефть. С 2021 года они увеличились почти на 10%. Также на ситуацию влияет увеличение экспорта топлива. По словам сотрудников компании «Тасмар», если цену на топливо не поднять, учреждение понесет убытки. Начиная с 22 декабря на Санкт-Петербургской товарно-целевой бирже стоимость тонны бензина 92-го составляла 51 рубля. На 24 декабря уже 54 103 рубля и по состоянию на 13 января 57 592 рубля. То есть больше, чем на 6 тысяч рублей за тонну. Мы же поднимаем всего пока на 1,5 рубля. Кроме того, необходимо отметить, что если мы не поднимем стоимость литра бензина, мы начнем работать в убыток. С 1 января на 4% повысились акцизы на бензин и дизель. Специалисты утверждают, что цены на топливо вырастут в пределах инфляции. Рубль сейчас имеет слабый курс. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Магадане значительно снизилось. За последние сутки на Колыме выявили лишь 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период отметили 7581 заболевший. С выздоровлением выписали 7000 колымчан. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. По-моему, что-то
Мошенничество в Магадане теперь и в сфере обслуживания домофонов. Жительница областного центра Оксана Фавстрицкая обнаружила у себя в почтовом ящике квитанцию на другую фирму по оплате услуг за домофон. В квитанции указана некая компания ИП «Щербанюк» «Цифрал Сервис Магадан». Это насторожило магаданку, потому что с индивидуальным предпринимателем раньше жильцы ее дома договорных отношений не имели. Я промониторила информацию в интернете. Я увидела, что предыдущая компания SMD Service еще существует. Сегодня я с ними связалась, и они подтвердили, что они продолжают обслуживать наш дом, наш подъезд, мою квартиру, и что действительно вот эта квитанция – это элемент мошенничества. Сколько граждан могут по невнимательности попасть в руки к таким мошенникам, неизвестно. Эти виды обмана опасны, в частности, и для пенсионеров. Зачастую именно пожилые люди становятся жертвами мошенников. По-моему, что-то аналогичное было в Магадане лет 5 назад. Поэтому меня это тоже, так сказать, стимулировало к тому, чтобы быть осторожней. Но хочу сказать, что вот я оплачивала квитанции за себя и за свою маму. И, конечно, моя мама гораздо старше меня. И вполне может быть, если бы она это делала сама, то она не обратила бы на это внимания. Сама компания «Строймастер домофоны» находится в другом городе. Из-за большого разрыва в часовых поясах мы не смогли связаться с директором фирмы. Магаданские специалисты не имеют полномочий для комментирования этой ситуации. Ну, потому что управление находится в городе Ярославле. Ну, таких полномочий нет у специалистов. То есть все идет по согласованию с руководством. По словам экспертов, каждую неделю в полицию Магадана обращаются около 10 граждан. Именно столько случаев мошенничества фиксируют правоохранительные органы. Сотрудники полиции призывают граждан всех возрастов быть бдительными и не поддаваться уговорам незнакомцев. 14 января в Магадане 56-летний водитель автомобиля УАЗ сбил троих детей, потерпевшим 12 и 13 лет. Авария произошла по улице Парковой. Девочки шли через дорогу по пешеходному переходу. Водитель наехал на них, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП дети получили синяки и ушибы. Две девочки были доставлены в медицинское учреждение, а третья уже обратилась за помощью самостоятельно после происшествия. Впоследствии личность водителя дорожной аварии установлена сотрудниками госавтоинспекции. И процессуальное решение будет принято после того, как сотрудники полиции выяснят все обстоятельства произошедшего. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, за то, что водитель скрылся с места ДТП, участником которого он стал, предусмотрена ответственность. Это либо лишение прав сроком от 1 до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. В четверг, 14 января, в Малом зале Центра культуры прошел музыкальный вечер камерного ансамбля. Коллектив представил классические произведения, музыку из фильмов, народные мотивы и другие музыкальные жанры. В программе мероприятия прозвучали бессмертные произведения Эдварда Грига, Иоанна Штрауса, Жоржа Бизе, Петра Чайковского и многих других композиторов. Продолжением цикла концертов станет музыкальный вечер оркестра русских народных инструментов «Метелица». Он состоится 20 января в 18:30. Цикл концертов музыки «Зимний узор» далее продолжит хоровая академическая капелла имени Евгения Алхимова 26 января в 19:00 и ансамбль русских народных инструментов «Арт-квартет» 30 января в 15:00. Вход на музыкальный вечер бесплатный по контрамаркам, который можно получить на вахте МЦК. Телефон для справок 62 61 84. 15 января стартует прием работ для участия в 4-м открытом конкурсе художественного перевода. Объявили его Магаданская областная универсальная научная библиотека имени Пушкина и Северо-Восточный государственный университет. Принять участие в состязании может любой желающий. Возраст, образование, место проживания, профессия, род занятий и степень владения иностранным языком не имеют значения. К участию приглашают переводчиков прозы и поэзии с английского, немецкого, французского, китайского, японского и ивенского языков. Прием работ продлится до 30 апреля. С положением о конкурсе и текстами для перевода можно ознакомиться на сайте